вас приветствует канал Юрайс Раша, город Санкт-Петербург. Друзья, мы в Тярлево. Сейчас в 12 часов начнется тренировка. И посмотрим за подготовкой на чемпионат России. Осталось немножко совсем. С 18 в городе Грозном будет проходить чемпионат России. Не забудьте. Что у тебя с коленкой? Конечно. Беда случилась. Не поверите, беда. Это когда 122 вырвало, да? В этот момент я понял. Это когда штангетки поменяла найковские. Погналась за модой. Получается, они мне не подошли. Штангетки. Да. Прикрепила просто, получается, свои связки. Это из-за каблука вот так, да, произошло? Сначала не поняла. Думаю, ну что такое произошло? 2,5 недели вылетело с подготовки. Серьезно. Обалдеть. Это, наверное, которые услышали твои результаты, они прислали эти штангетки, я думаю. Нет, я не знаю, что это. Сегодня что у тебя будет по плану? А сегодня мы потолкаем. Толкаем. Мази, друзья, которыми пользуются штангисты, сборники. Танюш, вообще вас обследуют? Вот сборная обследует? Конечно. УМО называется, углубленное медицинское обследование. Да. У нас намного это все глубже идет. Сборные поглубже, да? Что конечно. Делают? Волосы не стригут. Волоса, конечно, не... Волос не стригут? Нет. Волос – это вчерашний день. Да. Это раз... Серьезно? Это космонавт. Это вот сборником так? Да, да. Два раза в год. Два раза в год. Да. Без УМО и мы что не там? Имеем права. Ты можешь вкратце сказать, что делают? Все. Кровь сдаем. Бегаем на тренажере, сердце проверяем, да, сердце, да, в каком ага. состоянии у нас. Хирурги, ну вообще, ну все, все, весь медицинский... Ну они и вам говорят заключение, например, конечно, что не хватает, каких витаминов, что, не хватает, да, или что они, там, они пишут, тестостерон врачи. Повышенный, не повышенный. Да, да, все это есть. Это все, да? Серьезно, все есть. Пишут свои заключения, рекомендации, врачи. Это тогда... хорошо, что научно вот так подходят. Мы не имеем права выезжать на международные соревнования, если мы не прошли УМО. То есть углубленное медицинское обследование. Мы не имеем права выезжать. И врачи даже могут не допустить нас. Если у нас что-то не так, нас могут не допустить. Это все серьезно. Ты всегда пользуешься бинтами? Нет, не всегда. Наколенниками тоже? Наколенниками только пользуюсь. Бинтами вот в последнее время из-за того, что получила травму. Связок, колено. Mm-hmm. Связок. Я сначала думала, что у меня менисклус, оказалось, что это связки перегрузило. Все, видите, как красиво. Да, красиво. И начинаем тренировку. Да, еще на коленнике. И сверху на коленнике еще. Ну да. И правильно, лучше подстраховаться. Павел Георгиевич Блинов, заслуженный тренер России. Да. Делал нам круговые тренировки со Сваной Подобедовой, значит, понедельник. Ну, это в основном проходило летом, получается, как раз. Ну, да, да. Да, в понедельник, среда и пятница. Межсезонье. Да, в межсезонье. Мы круговые тренировки делали, ставили на несколько помостов штанги. Да. И быстро-быстро круг считался. И что делали... вы делали, какие упражнения, ты помнишь? Да, помню. Рывок там делали, потом тягу и швунг. Это один круг. По сколько раз? По 5 раз это все делали. А, по 5. Да, но мы не делали по 10 раз, потому что там... Ну и сколько кругов так гнали? 5, 6? 4 круга, 5 там, да, где-то так. Потом все, это, мы это делали, заканчивается это все. Через минут 10 отдыхали, начинается второй цикл. Второй цикл это уже было на физику. Приседания, жимы и... А, да, вот такие наклоны мы делали. Да. Это назывался второй цикл. Это все получалось по первый и второй цикл. В первом цикле 4 упражнения, во втором цикле 4 упражнения. Вот это все за одну тренировку. А один дня, вторник, четверг и суббота мы ОФБ занимались, бегали. Видишь? Круговые тренировки всегда у нас были, но они да. не были такие интенсивные, много кругов там. Но у меня доходило но до это того, очень полезно. Что мне хотелось вырвать. Да, в любом случае. Сначала подходит такой, сначала такой привкус бывает крови, да. а потом тянет вырвать, да. Ну а что делаешь? Бывало, пускай что ли, ты идешь. А сейчас ты не делаешь такие? Сейчас как бы, у меня нет даже времени. Нет времени. Но с детства мы делали очень много. Но это молодец ваш тренер, он правильно вас готовил. Я считаю, что молодых, когда растет организм, это надо делать обязательно. Да, мы на этом готовились. Сезон, межсезонье это называется.
вот это гибкость. А говоришь всякие вещи. Старенькие. Ну сегодня у тебя со стоек 100% или как? Да, давно не толкнул. Вообще я не люблю толчок со стоек, если честно. Я его не воспринимаю. Почему? Не. Но в связи с тем, что все, что не делается, из-за чтобы лишний раз не беспокоить свое колено, пришлось делать толчок со стоек. Давай, сегодня 160 надо бомбануть. Да, 160. Сейчас ты повеселее, молодец. Не как ты помнишь первое, ну, когда ты только начинала. Да. Тяжело было, а сейчас уже как палочка. Тяжело втягиваться просто. Ты воду пьешь час, правильно? Да. Надо пить все время воду. Я постоянно. Пью воду столько, ну, как хочу. Не, надо воду много пить. Так, секретный план. О, смотрите, 8.08.2014, обалдеть. Тренер тебе сказал, что делать, ты записываешь? Да, да. Он сам не пишет? Он мне говорит, я записываю. Хорошо. Через двадцатку будешь сейчас пока прыгать, а потом уже по 10, по 5. Да, да. Ну пока же это разминочный. Да, да. А мировой рекорд сколько твоим весит? 58. 58? Вот надо 59 толкнуть. Мировой рекорд. Ну, и рассыпаться. Ну ладно, хорош, какой рассыпаться. Мне 29 блин. Лет, ну что, надо себя беречь. Надо себя беречь. Уже ближе к соревнованиям уже... Надо потихоньку. Да, включается режим энергосбережения. Уже больше хочется это, спать. Мне кажется, это 90 килограмм. Давай, Танюш, покажи, как надо работать. Хорошо. Отлично. Ну, сейчас на проходке ты по разу будешь делать, да? Ну, вот сейчас, ну, это как бы не проходка же. Сначала же как у тяжелоатлета, надо же все пропустить через мозг, да. Потом подойти и все это сделать, все, что пропустил через мозг, правильно? Ну вот как мы подходим, все это свое движение, допустим, рывок или толчок, да. Мы же по фазам пропускаем, ну, через мозг, да. Я еще через просто мозг просто долго не надо пропускать, потому что, да, можно там задержаться, да, и сгореть. Надо сделать, а потом подумать. А потом пропустить, да, через мозг. Да, да, да. 110 килограмм. Давай. Отлично, как палку. Молодчина. Танюш, ты толчок любишь, да, Тань? Толчок у тебя хорошо идет, да. Очень. Молодец. Я просто не знаю, кто придумал рывок. Что это за человек? Рывок — очень техничное упражнение, красивое. Нет, это очень красивое. Быстрое. Держи жестко спину. Жестко. Молодец. Бросила. Ровно. Отлично, легко.
Нам нужен этот вес, Танюк, давай. Держим, держим. Отлично. Как палочку. 145 килограмм. Татьяна будет готовиться. Мощно ногами, мощно. Держим, держим. Молодчина. Вот так вот, 145 килограмм. Теперь улыбочка, видишь? Ну, все, молодец, настроилась, все. Отдала силушку. Ну нормально, вот со стороны очень даже неплохо. Так, секретные витамины. Так, соперницам не смотреть. Да, что? Это вот эти витамины, да, дают 145 толкать? Да, вот именно вот эти, вот эти. Да. Калиаротат называется. Калиаротат, ага. Так, там что у тебя там? Калиаротат. БЦА. БЦА. Омега-3. Омега-3. Что-то омешка какая-то одна, скучная. Одна скучная. И еще всякие тут витаминки. А, понял. Секретные. Да, секретные. Ты видела, что написали Ольге там? Не рожают опять. Опять началась вот эта тема. Вот им делать нечего. Меня этого смутило, если честно. У нас, правда, я могу по фамилии назвать девчонок. Очень много девчонок, которые рожали и еще будут рожать. Потому что мышцы таза у нас такие сильные, еще раз говорю, что дети вылетают. Ну у них же, у малолеток, они наслушались. Они, знаешь, кто... Я вот прям злюсь. Всю тяжелую атлетику, я считаю, подорвало, репутацию подорвало вот это бодибилдинг хренов. Я не стесняюсь это сказать. Эти билдеры надоели уже всем, понимаешь? Не, ну я против... Они только про этого и говорят. Химия, химия, фарма, 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 фарма. Одно на уме у них, понимаешь? Ну это то же самое, что когда говорят, что подъем штанги влияет на рост. Чтобы вы все маленькие. Да. Есть здоровые мужики, двухметровые, конечно, которые тренируются по 10, по 15 лет, но никак это не повлияло. Они бы рады стать меньше, ну, им даже тяжело. Просто они их многие не видят, понимаешь, потому что они ни в сборную, никуда не входят на соревнования, там, местные свои какие-то у них. У нас тоже дома были еще в советские времена. У нас, кстати, да, он тоже высокий. Для... 25-70. Да, все тяжелые. Дети выше своих родителей, по-моему. Да. Тяжелая атлетика укрепляет кости. Конечно. Все она укрепляет. Да. Лучше спорта нет. Так что, понимаешь? Тренируйтесь, а сейчас, друзья. Тренируйся, молодежь. Правильно. Как вот. Мы тренируемся. От заслуженного мастера спорта Татьяны Матвеевой вам совет. Тренируйтесь, молодежь. Да, тренируйтесь. Терпение главное. Сила воли. Это очень... Конечно, очень важно. Преодоление себя на тренировке. Если что-то не можете, так подходите, еще раз делайте. Спасибо, Танюш. Спасибо огромное. Пока. Пока. Росина Татьяна. Мастер спорта международного класса. Чемпионка России, да? России, да. Чемпионка России. Уже сколько? Чемпионка России. Угу. В какой категории? Начиная с 53 и до 64. Сколько лет прошло? Как вы уже завязали? В 94-м, кажется, последний раз выступала. Я не знаю, я не помню. Я не знаю. 94-й год. Ну и как? Потому что там подписчики некоторые говорят, вот, от тяжелоатлетики детей нет. У вас дети есть? Че, бред? Есть двойня. А как же я бы двойню без штанги выносила? А потом коляску эту на лестничную клетку поднимать с детьми? Никак. Вот. А шкаф как двигать?
Никак. Только пока тяжелая атлетика. Только тяжелая атлетика, да? Никогда не она в жизни вам помогла вообще тяжелая атлетика? Да даже сумки из магазина нести, как правильно, если ты спину не ставишь. Ну да, если правильно не держишь, правильно? Да. А диван поднять, если под ним пропылесосить? Рукой одной? Да, одной рукой, а что ковер? А какие лучшие результаты были? Я не помню уже. Помню, 72 вроде рывок был, 105 толчок, приседания 140 на 2 на груди, что ли. Тяга около 150 там на 3 или 4 раза. Ну тогда только зарождалась тяжелая атлетика в России. Только зарождалась. Вот так штангу, видите, не тянет схватиться за нее? Да, хватаюсь. Да? По чуть-чуть. По чуть-чуть. Я сейчас детей хватаю. Они на руки. Сколько детям уже? 9. 9 лет. Они двойняшки. На руки, да, на руки просятся иногда. Вот так вот. Надо же поднять дитё любимое. Так что все это сказки. Они вчера папе тяжело опять рулит. Рулит.